Внедрение цифровых технологий в экономику и в жизнь общества в целом становится все более мощным фактором развития. Обучаясь на магистерской программе «Информационные и космические технологии в экономике и управлении», студенты могут научиться использовать ГИС-технологии и аэрокосмические методы в транспортном комплексе, в территориальном планировании, в лесном хозяйстве и экологии. Мои профессиональные обязанности связаны напрямую с созданием генеральных планов на основе документов территориального планирования. Работа с данными дистанционного зондирования, а именно аэро- и космосъемкой. Описание различных методик обработки, интерпретирования, дешифрирования разных объектов на их основе. Работа с пространственными данными в среде ГИС. Мы занимаемся ведением единой региональной картографической основы, ведением каталога географических номинований субъектов, объектов Республики Татарстан. Мы с удовольствием рассматриваем практикантов и студентов, выпускников, магистратуры, в том числе, направления картографии и геоинформатики. Заочное отделение позволяет мне совмещать обучение, исследовательскую деятельность с работой. Разумеется, интересно изучать что-то новое и внедрять эти полученные знания в свой рабочий процесс. Я очень рад, что в нашей магистерской программе есть целый ряд практикоориентированных предметов, которые позволяют действительно прокачать и получить новые навыки. Ребята обладают знаниями программных продуктов, очень командны, с ними интересно. Именно в вузах дается хорошая теоретическая и практическая база по этому направлению. Что же касается личных качеств, то важна усидчивость, внимательность к деталям. Это особенно важно для подготовки и анализа больших объемов данных. И также умение работать в команде. Мы гордимся нашими выпускниками, которые работают по специальности и геоинформатиками, и специалистами в области картографии и кадастровой деятельности, и геомаркетологами, и во многих других областях современных картографии и геоинформатики. Некоторые из них уже занимают ответственные должности начальников отделов, заместителей руководителей, руководителей организаций. Я также являюсь выпускником Казанского федерального университета по направлению картографии и геоинформатика. 3 года назад устроилась в компанию университета Иннополис как младший картограф. И за это время я смогла вырасти до уровня хорошего ГИС-специалиста. И сейчас возглавляю направление ГИС. Когда-то я пришел сюда на практику еще в 2019 году. И вот по истечении 3 лет я уже стал начальником отдела ведения фонда пространственных данных. Мы запрашиваем пространственные данные, мы проверяем их, актуализируем и собираем как раз-таки в нашем архиве и в базе данных фонда пространственных данных. Наши магистры осваивают актуальные и востребованные сегодня космические технологии, осваивают концепт интернета вещей, который успешно применяется в различных отраслях промышленности, высоких технологиях, финансах, логистике и в жилищно-коммунальном хозяйстве.